Моя вера в ваши способности укрепилась, командир Рейнер. Пришла пора нанести решающий удар. Используйте артефакт, чтобы нейтрализовать королеву клинков и положить конец этой кровавой войне. Инженеры устанавливают артефакт Зелнага на базе в районе основного улья. Мы стягиваем к нему последние отряды. К сожалению, придется подождать, пока артефакт наберет достаточно энергии для удара по королеве клинков. По данным фонда Мёбиуса, излучение артефакта привлекает зергов. Когда мы окажемся на месте, эти твари попытаются пробиться к артефакту любой ценой. У нас не хватит сил, чтобы отбить массированную атаку зергов. В этом вам поможет сам артефакт. Судя по нашим данным, он может создавать так называемый энергетический взрыв, который убивает всех зергов, находящихся в радиусе его действия. Ничего себе. Единственный минус – после использования артефакту требуется некоторое время на восстановление энергии. Вызвать энергетический взрыв можно вручную. К счастью, частота излучения не влияет на человеческие организмы. Поэтому для нас оно безвредно. Как бы то ни было, сейчас нам понадобится любая помощь, генерал. К тому же, Керриган все еще ждет нас в гости. Да-да, я сегодня и шею помыл. Вы принесли мне артефакт. Как мило. Не придется собирать его по всей вселенной. Тревога. Приближается крупная группа зергов. Стольких нам не сдержать. Придется использовать артефакт. Неплохая защита. Но не более того. Мои войска неисчислимы, а ваши тают с каждой минутой. Исход очевиден. Что происходит? Есть? Командир, зерги вот-вот пойдут в атаку. Вам нужно как можно скорее усилить оборону бункерами и дополнительными войсками. Если ситуация выйдет из-под контроля, используйте энергетический взрыв, чтобы очистить базу от зергов. Энергия восстанавливается довольно быстро, поэтому используйте артефакт, как только посчитаете нужным. Пристройка завершена. Пристройка завершена. Что еще?
Где тут раненые? Давай, удиви меня! Ваши войска атакованы. Вооружен и опасен! Что такое? Вся внимание! Прием! Не кричи! Ваши войска атакованы. Ваши войска атакованы. Ресет готов. Запас энергии артефакта полностью восстановлен. Атакованы. Ваши войска атакованы. Улучшение завершено. ТСМ готов. Улучшение завершено. Ваши войска атакованы. Начняк. ТСМ готов. Ваши войска атакованы. Все понятно. ТСМ готов. Ваши войска атакованы. Ваши войска атакованы. Расслабьтесь. Кого подлатать? Эй! Как скажешь. ТСМ готов. Зафиксирована сейсмическая активность. Приближается червь Медуса. База атакована. Ваши войска атакованы. Атакованы. База. Ваши войска атакованы. Улучшение завершено. Улучшение завершено. Какие будут указания? База атакована. Танк на марше! Ваши войска атакованы. За твой счет. Начняк! Оружие тут! ТСМ готов! Тревога. Зафиксирована сейсмическая активность.
Приближается червь Медуса. Где тут раненые? Похоже, все серьезно. Что такое? Режим готов. Чем порадует? Вперед! Ваши войска атакованы. Готов! Канал открыт! Давай же! У меня уже пушки чешутся! Системы функционируют. Требуются дополнительные хранилища. О, случай запущен! Он уже тут! Ваши войска атакованы. Понял. База атакована. За твой счет. Точняк. Эй! Вооружен и опасен! Приближается королева клинков. Устала я управлять своими малышами. Придется разобраться с вами лично. Зафиксирована сейсмическая активность. Приближается червь Медуса. Ты пожалеешь об этом. Мы отбросили ее. Так держать. Система функционирует. Приближается червь Медуса. Есть дело до меня. Легко. База атакована. Отбой, места мало. Улучшение завершено. Кого подлатать? Как скажешь. Да, да. База атакована.
атакована. База атакована. Сэр, к вам направляются надзиратели. Приготовьте системы ПВО. База атакована. Впереди великие открытия. Здравствуйте. База атакована. База атакована. Познай силу грома. Без проблем. База атакована. Ядерная база атакована. На помощь! На помощь! Поехали! Обнаружено пси-излучение класса 12. Королева клинков возвращается. Я вышвырну вас со своей планеты. Танк на марше! Готов, не промахнись. Поехали! Иду как могу. База атакована. Уже в пути! Всем порадуем! Тревога. Зафиксирована сейсмическая активность. Приближается червь Медуза. Керриган исчезла! Ребята, вперед! Атакована. Место назначения. База атакована. База атакована. База атакована. Тревога. Зафиксирована сейсмическая активность. Приближается червь Медуза. База атакована. Приказ получен. Вы окружены. Сэр, используйте энергетический взрыв. Говори громче!
атакована. База атакована. Что стряслось? Понял. Война на пороге. Так, вы... База атакована. Спасай силу грома. База атакована. Обнаружено пси-излучение класса 12. Королева клинков возвращается. И зачем вы сюда явились, недоумки? База атакована. Зафиксирована сейсмическая активность. Приближается черт Калиса. Она снова отступила. Держим строй. Выкладывай. Сэр, самое время задействовать артефакт. База атакована. Признак явился. Выкладываем. Посылайте подмогу! Выдвигаемся. Покинуть корабль? Сейсмическая активность. Приближается червь Медуса. Бегом! База атакована. Смело! Наши КСМ атакованы. Отдавим их интеллектом. А? Чего пугаешь? Отбой, места мало. Есть рабодёж. База атакована. Вперед. Что, что? Тревога. Зафиксирована сейсмическая активность. Приближается червь Медуса. Ворот. Это ловушка. Признак.
Месторождение. Призрак явился. Какова ситуация? Чего пугаешь? Запас энергии артефакта полностью восстановлен. Обнаружено пси-излучение класса 12. Королева клинков возвращается. Глупцы. Вы даже не представляете, в какую игру ввязались. Призрак явился. База атакована. База атакована. Будет сделано. Требуется помощь. Королева клинков уходит. Не прекращать огонь. Призрак явился. База атакована. Покинуть корабль. Улучшение завершено. Так скажешь. Угу. База атакована. База атакована. Зафиксирована сейсмическая активность. Приближается червь Медуса. База атакована. Можно попробовать. Это ловушка. База атакована. Слишком много. Уничтожьте их энергетическим взрывом. База атакована. Это ловушка. Месторождение минералов выработано. Зафиксирована сейсмическая активность. Приближается червь Медуса. Артефакт почти заряжен. Продержитесь еще немного. Вы окружены. Сэр, используйте энергетический взрыв.
атакован. Призрак явился. База улучшена. Завершена. Улучшение завершено. База атакована. База атакована. Говори громче! Я царь, петушка! База атакована. Это ловушка! Улучшение совершено. База атакована. Обнаружено пси-излучение класса 12. Королева клинков возвращается. Игра затянулась. Время умирать. Вы окружены. Сэр, используйте энергетический взрыв. Слышали. У вас есть приказ, мистер Финдли. Выполняйте. Дайкус, какого черта? Это сделка с дьяволом, Джимми. Ее смерть — моя свобода. У нас всегда есть выбор.
Да, жаль. Джим? Я здесь. Все хорошо.
Открой дверь, сынок. Не могу, сэр. Приказ Валериана. Открой дверь. Доброе утро, командир. Принц. Господа, запуск тестового протокола через 2 минуты. Заканчивай проверку. Это последний тест. Оставьте нас. Хорошо. Сегодня мы улетаем отсюда, дорогая. Хорошо. И разберемся с Менгском. Забудь о Менгске. Забудь обо всем. Только я и ты. Пока он жив, не может быть никаких я и ты. Сара, я свернул горы, чтобы вернуть тебя. А ты готова перечеркнуть все ради мести. Подготовка второй фазы теста. Я всегда верил в тебя, Сара. Поверь и ты в нас. Начало второй фазы теста. Что ты собираешься выяснить при помощи этих тестов, Валериан? Я же говорила, что ничего не помню о том, как была королевой клинков. Мы должны выяснить, как много мутагена зерга осталось в вашем организме, Керриган. Я надеюсь на ваше сотрудничество. Ты всегда держишь тех, кто с тобой сотрудничает, в камере за защитными барьерами. Как только я пойму, что это безопасно, я сам выпущу вас. А теперь попробуйте телепатически воздействовать на это существо. Рабочий? Ты хочешь, чтобы я взяла под контроль разум зерга? Ты представляешь, что произойдет? Все протоколы безопасности соблюдены. Хорошо. Можете ли вы приказать рабочему мутировать в инкубатор? Инкубатор — это центральное строение базы зергов. Он вырабатывает слизь, на которой могут быть построены другие строения. В инкубаторе также созревают личинки, которые потом могут мутировать в рабочих и другие виды зергов. По мере того, как вы используете личинки, инкубатор будет производить новые. Так, Керриган, я выпускаю нескольких рабочих в тестовую камеру. Попробуйте приказать им добывать ресурсы. Создать что-либо еще, мне нужен надзиратель. Создайте его. Один надзиратель не повредит.
Нажмите кнопку «Мутировать». Надзиратели помогают контролировать войска зергов. Количество потребляемых припасов и максимальный размер армии отображаются в правом верхнем углу экрана. Если припасов недостаточно, то вам не удастся создать боевую единицу. Замечательно. Я собирался на этом закончить. Но давайте попробуем еще кое-что. Прикажите рабочему мутировать в омут рождения. Чтобы создать строение, щелкните левой кнопкой мыши по рабочему. Чтобы создать строение, омут рождения позволяет превращать личинок в зерглингов. Ты же знаешь, что это плохо закончится. Мы контролируем ситуацию. Омут рождения создан. Зайди в тестовую камеру и проверь, все ли в порядке. Спасибо, мне отлично видно отсюда. Думаю, на сегодня все, Керриган. Хорошая работа. Посмотрим, как ты меня будешь благодарить, когда увидишь это. Я создам несколько зерглингов. Недостаточно минералов. Керриган, что вы делаете? Проверяю, насколько хорошо вы контролируете ситуацию. Недостаточно минералов. Что вы делаете? Я не просил создавать зерглингов. Ты же знаешь, Валерия, зерги никогда не делают то, что ты от них ожидаешь. Остановить эксперимент. Пусть охранные роботы уничтожат зерглингов. Изолировать нижний уровень и запустить искоренителя. Пожалуй, я уничтожу твоего чудесного искоренителя. Чтобы ты понял, что зергов контролировать нельзя. Охранные роботы убивают зерглингов. Я остановлю их. Недостаточно минералов.
недостаточно минералов. Зерглинги. Валериан, ты слишком беспечен. Я ведь могу освободить и их. Защитный барьер нарушен. Подопытные зерги за пределами камеры. Эвакуировать научных работников и весь персонал. Зерглинги мне пригодятся. Это вам не игры! Как и всегда, когда речь идет о зергах. Закрыто. Активирование автоматической газовой защитной системы. Пока я не уничтожу эти турели, дверь не откроется. Теперь нужно уничтожить искоренитель. Тут целый выводок зерглингов. Что ж, теперь они мои.
Двигатель активирован. Еще нет. Я ведь все еще в этой камере. Тут ни при чем. Может быть, теперь ты поймешь, насколько опасными могут быть зерги. Я верну их в камеры. Был бы вам весьма признателен. Я открываю вашу камеру, надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Может, в следующий раз вы донесете свою точку зрения, не разрушая половину лаборатории?